Новогодние елки в домах стояли недолго, день-два, и потом шли в печку. При этом по треску сгораемого дерева судили о том, каким будет предстоящий год. В эти дни вплоть до крещения все поголовно гадали на судьбу, на урожай, на здоровье, на богатство и на все остальное, что приходило в голову. После крещения наступал свадебный период, захватывающий весь город и его окрестности на месяцы два. Завершалось все это дело масленицей.